Привет! Сегодня будем разглаживать межбровную морщинку, которая появляется прямо здесь. Зачастую это бывает одна линия, бывают две линии, а бывает целых три. Когда собираются три линии в этой области, я это называю уже не межбровная морщинка, а настоящая корона, которую вы себе нахмурили в течение жизни. Что же нужно делать? Конечно, в первую очередь контролировать вашу мимику. Когда вы сконцентрированы, когда вы за рулем, когда вы в телефоне, когда вы кого-то отчитываете, все это способствует тому, чтобы вы здесь все нахмурили. Когда вы хмурите эту область, тогда у вас напрягается область глаз, у вас собираются здесь все морщины, все ваши мысли и так далее. И нам нужен антидот. Это будет не упражнение, потому что упражнение на эту область делать ни в коем случае нельзя, вы только перенапряжете и так напряженные ваши мышцы. Но есть один лайфхак. Дело в том, что у нас есть те действия, которые будут блокировать напряжение этой области. И это ваша мимика. Вы можете хмуриться, но вы не можете одновременно с нахмуренной этой областью и лбом открыть широко глаза. Поэтому, когда вы чувствуете, что у вас эта область напряжена, напряжена чрезмерно, вы не можете ее расслабить, либо просто вы поймали себя на мысли, что ага, так, морщинка, морщинка, вместо того, чтобы себе напоминать или что-то делать, просто откройте широко глазки. И для тренировки верхних век это полезно. И эта область моментально расслабляется. Запомните, нельзя одновременно хмуриться и широко открытые глаза держать. Поэтому вот такой вот вам антидот в помощь. Делайте эту практику, как только нахмурились, сразу же открыли глазки, сразу же все расправилось и даже расслабилась эта область. Не забывайте об этом. Ну и, конечно же, больше своих упражнений, лайфхаков и разных практик я даю на своих обучениях. Буду очень рада вас видеть на них. До новых встреч. Пока-пока.